Всем привет! Вы на канале Королевство Игрушек. Сегодняшнее видео будет о том, что я связала за последние дни. Мастер-классов пока никаких новых я не придумала. Вяжу по картинкам. Получается, я связала вот такую вот детскую сумочку для девочки. Она связана из плюшевой пряжи. Здесь вышиты глазки, вышит носик. И есть ушки. То есть вот такая вот она через плечо. Можно сделать вот так вот. Носить на руках. Такая мягенькая, плюшевая, в нежных цветах сумочка. Ребятишкам, думаю, будет очень интересно. Девочки, они ж такие, но мне интересно. Не знаю, как остальным. Вот она, моя связанная сумочка. Далее идет зайчик. Вот такой вот зайчонок связался. Связан он из плюшевых ниток также. Полностью. Тело и голова вяжутся одной деталью, остальное все пришивается. Ушки такие малюсенькие, смотрите. Носик вышитый. Шарфик связан крючком. Комбинезончик связан крючком. Шапочка связана спицами. Сделала я двухцветный. Мне цвета прям нравятся очень. Ну, мне уже к осени готовится этот зайчишка. Утепляется, так как на носу у нас август, но никакого тепла нет. У нас осень. И вот он уже у меня потихоньку утеплился, зайчонок. Здесь глазки полубусины пришивные. Для ушек также отверстия в шапочке. Все это, вся одежда снимается, съемная. Вот такого вот он размера. Миленький, маленький зайчонок. Далее, что я еще связала, это у меня в недовязах валялась пандочка. И смотрите, какая она получилась. Мне очень нравится. Вязала я впервые пандочку, не знала как. Ну, понятно, что тело и голова — это круг, это все легко и просто очень вяжется. Дальше придумывала сама. Хвостик я сделала вот такой малюсенький. Так как я вижу, как считаю. Может быть, где-то в мультфильмах по-другому, где-то кто-то скажет, что не такой, но мне нравится вот именно такой формат. Поэтому я... Это у нас плюшевая пряжа у меня, вернее. А это уже получается полушерсть, а здесь детская новинка. Акриловая. Бант пришивной. Глазки отдельно связаны пришивные. Вывязаны блики. Носик вышит. Ротик также вышит, и вышит язычок. Вот такая вот милаха панда получилась. Ну, прям классная. Я даже не хочу ее никому отдавать, не продавать. На продажу я не собираюсь выставлять. Хочу оставить просто себе, чтобы она у меня сидела на полочке и радовала просто меня. Я часто так игрушки, которые мне очень нравятся, оставляю у себя. Бант такой интересный. Тоже с ним мучилась. В итоге связала такой, какой нужен. Пришивные ручки, ножки, хвостик все пришивной. Бант пришивной, ушки пришивные. Вышит только ротик. И язычок, носик и блики на глазках. Остальное вот все отдельно вяжется и пришивается. Ну вот очень милая, милаха-милаха. Замечательная такая пандочка. Вот такой у меня прогресс. То есть я связала вот это за прошедшие дни. Это у меня болталось в недовязах. Не знала, как ее довязать. Но в итоге результатом я очень и очень и очень довольна. Зайчишка тоже мне прям очень нравится. Вот такие вот разные игрушки, но милахи. Опять все у меня с плюшевой пряжи. В последнее время прям подсела на плюшевую пряжу. Ну, люблю я ее, ничего не сделаю с собой. Ничего.
Так вот, сумочка, зайчонок, пандочка. Сейчас у меня процесс. Вяжу лисенка. Лисенок, лисенок очень такой забавный получится. Вот я его, думаю, довяжу. Сейчас связала только ножки, начала тело. И готовый результат буду показывать в своем видеовлоге. Прям замечательный. Ну вот, на этом я буду заканчивать свое видео по готовым игрушкам. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем желаю ровных петелек. Пишите в комментарии, задавайте свои вопросы. Буду очень рада обратной связи. Всем пока-пока!